быть хорошим милиционером, писал Феликс Эдмундович Дзержинский, надо непрестанно работать над обогащением своего ума знаниями, которые дадут тебе возможность честно стоять на страже революционной законности и сознательно проводить в жизнь все мероприятия советской власти. В рамках патриотической программы «Рожденная революцией» в ДК имени Воровского говорили об истории образования органов внутренних дел. 5 июня мы будем отмечать 300 лет российской полиции. Ну, вот как раз в связи с этим празднованием мы подготовили программу, она называется «Рожденная революцией», потому что советская или российская милиция была одним из детищей, вот тоже как бы если в рамках 300-летия полиции, то есть 100 лет милиции. И мы эту историю сегодня предоставим, начиная от 17-го года, заканчивая нынешними временами. В 2017 году российской полиции исполнилось 100 лет. Это значимый отрезок времени в истории государства. Все эти годы сотрудники органов внутренних дел достойно выполняли свой профессиональный долг, обеспечивая безопасность граждан нашей страны, беззаветно служа Отечеству. Все смогу я, клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу. Товарищ время, ты только прикажи, я не струшу, товарищ время. Солисты оркестра Главного управления МВД России по Московской области Юрий Демкин и Евгений Сорокин исполнили ряд патриотических песен, хорошо известных многим поколениям людей, а оркестр дополнил их популярными музыкальными композициями. Марина Миткевич, Алексей Гущин для программы «Городские вести».